Обратите внимание, Сталин почти не отходит от гроба с телом Ленина. Он учитывает традиционные представления людей о том, что у гроба должны находиться прежде всего родственники покойного и самые близкие люди. В день похорон Сталин произнес надгробную речь, в которой 7 раз прозвучало слово «на Красной площади». Промерзшую землю пришлось взрывать пероксилином. Работы продолжались несколько дней. Через несколько лет по проекту архитектора-академика Алексея Щусева на этом месте будет построен первый мавзолей, пока еще деревянный. Тело Ленина было выставлено для прощания в здании бывшего дворянского собрания в его знаменитом колонном зале. В значительной мере сгладились. Ну, естественно, при сохранении тела тоже было немало волнующих моментов. Вспоминаю, как однажды появилось черное пятно плесени. Это пятно нам долго не удавалось удалить.